Битва за умы и сердца. Верховная Рада приняла законопроект о системе иновещания Украины. Он предусматривает вещание в цифровом аналоговом эфире и кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Подробнее расскажет Инесса Занина. 321 голос «за». Верховная Рада разрешила UATV, госпредприятию мультимедийной платформы навещания Украины, вести трансляцию на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса и аннексированный Крым. Ранее телеканал «Дом», созданный на базе UATV, работал в тестовом режиме. Нам потрібно виграти інформаційну війну за людей, за наших людей. Тому використовувати можливості іномовлення, щоб наші громадяни мали можливість отримувати інформацію з України. Вдається набагато більш доцільним. Чтобы привлечь аудиторию, телеканалу «Дом» приходится конкурировать с российскими СМИ. Поэтому сделали ставку на развлекательные программы. Их, а также сериалы и шоу бесплатно предоставили украинские медиагруппы. Информационные выпуски создают журналисты телекомпании. Главная цель – создать уникальный продукт, способный объединить Украину. Мы хотим и нарабатываем сейчас пакет проектов развлекательных, игровых развлекательных и каких-то шоу, в котором можно задействовать было бы, например, там все школы Украины. Сигнал телеканала на неподконтрольные территории транслируют вышки, расположенные в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. В Донецкой области Волноваха, Горняк, Луганская область Бахмутовка, Херсонская область Скадовск, Чаплинка, Чангар. Вещание ведется как в аналоговом вещании, так и в цифровом эфирном вещании. У ведущей новостей Светланы Леонтьевой много друзей, вынужденных уехать с неподконтрольных территорий. Говорит, конфликт на Донбассе длиной 6 лет разрушил их семьи. Поэтому нужно налаживать диалог на всех уровнях. Для меня было самым большим откровением, что дети, которые живут здесь, не могут найти общего языка со своими родителями, которые остались там. Новый формат иновещания – это возможность вернуть умы и сердца украинцев, живущих по ту сторону линии соприкосновения, в наш общий дом – Украину. Инесса Занина, Игорь Каркадым, Юрий Шульга, Киев, «Твой дом».